В загородных и городских детских оздоровительных лагерях проводится много мероприятий. Традиционным для каждой смены является летний марафон «Пусть всегда будет солнце». Лагерь «Планета Тим» не исключение. Этому мероприятию был посвящен целый лагерный день. В первой половине дня работали 7 кружков станций. Оригами. Это номинация будет плакат «Заречный мой город». Очень интересная креативная площадка, поэтическое творчество. То есть на ней могут дети попробовать себя в качестве писателей, да, и попробовать за полтора часа написать какой-то, да, маленький стишок. Также работали кружки мягкой игрушки и украшений для интерьера, где дети декорировали предметы быта. Все поделки можно увидеть на выставке, а понравившиеся купить на ярмарке, которая состоится чуть позже. Во второй половине дня прошел концерт художественной самодеятельности «Праздник мечты». Ребята продемонстрировали свои таланты в 4 номинациях – песня, танец, цирковой номер и стихотворение. Подведение итогов летнего марафона пройдет в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в первые дни сентября. Самые активные участники летнего марафона отправятся в лагерь на награждение.